Уже полтора часа ставим. Минимум полчаса, максимум два. Столько времени сегодня с утра потратили водители на дороге. Очень давно ставим уже. Сколько? Минут 40, наверное, едем. Центральная улица чистая, а основные нет. А некоторые автолюбители и вовсе пересели на общественный транспорт. Я сейчас не могу ездить на ней, потому что очень плохие дороги, не чистят, везде затор. И аварии. Проспект Ямашева, центр столицы, дамба Оренбургский тракт. Здесь с утра пробки растянулись на километры. Минувшие сутки в столице осадки шли не прекращаясь. Всего с улиц Казани вывезено порядка 4000 тонн снега. Но дорожные службы явно не справляются с объемом работы. Одна остановка прочистила вот там, до перекрестка, где зубная поликлиника. Вот после обеда сюда эту остановку надо чистить. Не успеваешь? Каша гололед. На качество дорог жалуются и пешеходы. Смотришь вечером, целый день снег шел. 8-9 вечера. У нас вообще как будто вот как в деревне. Снежная метель, сильный ветер будут в Казани и сегодня, и завтра. Дорожные службы перейдут на усиленный режим. Днем на улице города выйдут 502 рабочих и 392 единицы специальной техники. Алина Бережная, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.